Приветствую вас, и вы знаете, вот по факту, прочитав ваше сообщение, у меня сложилось такое, знаете, двойственное впечатление. Дело в том, что, с одной стороны, вы вроде бы как говорите о том, что вот есть девушка, которая вам нравится, с которой у вас не было никаких романтических чувств, которая для вас является вот таким средством для переживания вашего развода и так далее. С другой стороны, вы пишете, что очень опасаетесь реакции друзей, очень опасаетесь того, как они воспримут то, что вы, например, вступили в отношения с этой девушкой, которая является возлюбленной, значит, вашего хорошего друга. Но этот друг использует ее только для интима, и поэтому против ваших контактов не будет. Вы знаете, я бы в этой ситуации рекомендовал бы вам для себя означить несколько моментов. Моментов, которые достаточно важны. Моментов, которые, может быть, как-то перекликаются с тем, что говорят другие эксперты. Я вот тут прочитал вопросы, которые они вам задают, их рекомендации, и понятно, что каждый эксперт судит со своей точки зрения, со своей специализацией, но я думаю, что нельзя взять и сразу вешать на вас какой-то определенный ярлык, говорить о том, что вот у вас, например, проблемы после развода, что у вас психотравма, или, например, что вы зависите от чужого мнения и не уверены в себе. Вы знаете, я думаю, что и то не является правильным, точнее, не является правильным до конца, но при этом значение все-таки у этого есть, при этом все-таки это важно, и поэтому мы об этом немножечко скажем. Отдельным пунктом идут ваши моральные принципы, которые, по сути-то, и являются тем, что вас останавливает от, ну, по сути, взаимодействия с этой девушкой более близкого, чем есть на данный момент. И это тоже противоречие. Это тоже противоречие, о котором я попытаюсь вам немножечко сказать. Итак, начнем, пожалуй, с самого начала, с того, что у вас произошел развод с супругой, она была вашей единственной женщиной, как вы написали, в сексуальном плане, и понятно, что у вас достаточно большие требования к вашей возможной супруге. Но давайте вот для начала просто скажем, до того, как вы развелись, вот когда вы жили со своей бывшей супругой, как вы себя позиционировали, какие вещи вас волновали, какие вещи были для вас важными, какие вещи, наоборот, были не очень важными, что вас беспокоило и так далее. После развода с супругой, что в этом плане у вас изменилось? Что вас стало беспокоить сильнее, что стало беспокоить меньше? Какие аспекты кажутся вам проблемными, какие аспекты кажутся вам неприемлемыми и так далее. Почему это важно? Потому что если развод вами до конца пережит не был, то девушку вы воспринимаете именно в контексте этих своих переживаний, которые еще не закончились. Да, с ней вас отпустило. Да, с ней вы почувствовали себя лучше. Да, с ней, может быть, вы взглянули на жизнь по-новому, но этого мало для того, чтобы вступить в нормальные, полноценные отношения. Для этого нужно отпустить предыдущие отношения, чтобы быть уверенным в том, что новые не являются средством для
избавление от первых. И здесь, я думаю, нужно убедиться в том, что нет никакого влияния на вас от предыдущих отношений. Не обязательно говорить о травме, не обязательно говорить о том, что данный аспект вас беспокоит, волнует и так далее. Но он может быть, он имеет место быть, потому что вы говорите, что вас отпустило, причем отпустило немного. Значит, что-то еще есть. И вот об этом нужно поговорить. Как именно разговаривать, я думаю, нужно тоже этот момент пояснить. Значит, что вам нужно сделать? Не обязательно с экспертом, в принципе, если говорить о первичном уровне, то достаточно будет и друзьям рассказать, может быть, даже самому себе, попытаться представить, почему так получилось, что ваша жена ушла. Ну, видимо, ей что-то не нравилось, видимо, что-то ее не устраивало, и она ушла. И в этом вашей вины нет. Это нужно понять. Также нужно понять, что все ваши переживания, которые были, они определяются вашими потребностями. Вашими потребностями, и вот почему. Дело в том, что если бы свою женщину вы любили бы сильно, искренне, чисто, то вы бы приняли ее выбор, какой бы он ни был. То есть, ну понятно, что вы развелись из-за ее поведения, потому что сами вы человек достаточно стабильный, надежный и не совершили бы ничего плохого, как я думаю. Значит, вам что-то не нравилось в своей супруге. Вот что бы это ни было, это ее выбор. И вам ее выбор нужно уважать. Если так случилось, что вы не можете, не смогли даже совместно жить, значит, вы не подходите друг другу. Но это ее выбор. И если бы она жила с вами, ваша супруга, дальше, она была бы несчастлива. А если бы она была несчастлива, то она бы делала бы несчастным и вас. А вы делали бы несчастными ее. И при таком подходе можно говорить о том, что ее выбор, ваш развод, воспринимается как нормальное, как естественное событие, как шаг вперед для нее. Конечно, переживание для вас, но тоже шаг вперед и для вас. Вы переживаете, значит, вы что-то с ней потеряли, что-то с ней потеряли вы для себя. И это означает, что вот то, что вы теперь перестали получать из того, что получали с ней, для себя, вам требуется восполнить. И ваши переживания касаются именно этого, того, что вы потеряли. Это нужно выделить и подумать, как самостоятельно это получать. Чтобы не быть зависимым от человека. От женщины, например, от друзей и так далее. Этот прием, этот подход, эта стратегия, она будет полезна вам по жизни вообще. Это первый момент. Дальше. Следующий аспект, о котором мне бы хотелось сказать, этот аспект касается вашего отношения к окружающим людям, к их мнению. Понимаете, в чем дело? Личная жизнь, она на то и личная жизнь, что касается только вас и другого человека. Никто, абсолютно никто не имеет права, не может и не должен вам как-то указывать, как поступать в личной жизни. И друзья, если это друзья серьезные, надежные, там, как бы вот, настоящие, да, они будут рады, что вы нашли свое счастье. Они будут рады, что у вас появилась девушка, что вы живете дальше. Ведь они вас вытаскивали. Они заинтересованы в том, чтобы у вас все было хорошо.
И если для вас хорошо это, то для них этого вполне достаточно. Никто осуждать вас не будет. Если они будут все-таки осуждать, значит, простите, это люди, которые не заинтересованы в том, чтобы у вас именно было все хорошо. Простите, это те люди, которые хотят, чтобы вы соответствовали каким-то их идеалам, каким-то их стандартам и так далее. Зачем это им? Для чего это им? Уже вопрос другой. Но только столько людей, столько и идеалов, столько людей, столько и советов, мнений и так далее. В личной жизни вам нужно руководствоваться только своим умом, своими желаниями, своими чувствами и так далее. Конечно, если вопрос стоит так, что это девушка друга, друга, которого вы уважаете, друга, который уважает вас, то в этом контексте, в этой ситуации нужно понять, вот реально друг воспринимает эту девушку как что-то важное для себя. Вот из вашего сообщения получается, что нет. И вам, знаете, друзья, они ведь в первую очередь честны между собой. Вам нужно сказать другу о том, что эта девушка вам нравится. И спросите его прямо, против он будет, если вы попытаетесь с ней сблизиться или нет. И если он скажет, что это моя девочка, и как бы я не хочу, чтобы там кто-то другой, и в частности вы, обращали на нее внимание, то это его ответ. И если вам дружба с этим человеком дорога, то тогда вы к этой девочке больше не присматриваетесь и не, ну, не воспринимаете ее как потенциального партнера для дальнейшей жизни. То есть здесь вопрос приоритетов, что для вас важнее. Если дружба с этим человеком для вас не очень важна, то тогда можно его мнением, его желаниями пренебречь. В конце концов, если девушка его любит, если девушка к нему стремится, она никогда не обратит на вас внимания, она будет ему верна, другу. А если что-то она сделает, значит, с ним у нее отношения не такие уж и хорошие. И ваш друг также ответственен в том, что это произошло. То есть, если девушка будет встречаться с вами, то друг несет за это часть своей ответственности. Не вы, который разрушили отношения, союз, а именно друг. Потому что если бы друг давал девочке все, что нужно, она бы на вас не обратила внимания. А зачем? У нее есть все, что нужно, да? Она любит вашего друга. Зачем ей еще кто-то? И вот это нужно понимать. Понимать пределы своей ответственности и понимать, что отношения – это два человека. И если девушка что-то не хочет, вы никогда этого не сможете добиться. Поэтому этот момент не стоит воспринимать слишком уж приближенно и взваливать на себя ту ответственность, которая вам не принадлежит. Это второй аспект. Аспект, касающийся друзей. Касающийся, наверное, ну, чужого мнения относительно личных отношений. Потому что если вы будете прислушиваться к чужому мнению, то личные отношения перестанут быть личными. Они станут подвержены влиянию, вот, собственно говоря, других людей. Ну, раньше это легко говорить от вам, но если вы хотели бы быть более независимым от мнения других людей, а если бы вы хотели меньше обращать на него внимание, на мнение других людей, то тогда нужно подумать, чего же вы боитесь и какие блоки есть на пути вот к такому поведению с вашей стороны. Теперь последний момент, момент, касающийся моральных принципов, который идет как бы немножечко поодаль от всего того, что я сказал ранее, потому что моральные принципы — это не
область психологии, я бы сказал, потому что моральный принцип — это то, что делает каждого человека человеком, что делает каждого человека самобытным, что делает каждого человека уникальным и индивидуальным. И если вы по какой-то причине считаете, видите, чувствуете, что девушка из моральных соображений вам не подходит, то вы знаете, вы не сможете ее ни переделать, ни поменять, ничего. Вы сможете только одно – узнать ее мотив, почему она так поступает. Вы знаете, исходя из того, что вы написали, она, скорее всего, чувствует, что ваш друг ее не очень-то ценит, не очень-то любит. И из-за этого, возможно, так себя ведет. То есть в таком поведении, в таком откровенном, вызывающем поведении, проявляется ее страх. Страх оказаться одной. И если это так, если вы сделаете какие-то поступки, совершите их, которые приведут к тому, что девушка бояться перестанет, например, то она, вполне вероятно, не будет себя так вести. Нужно понять мотивы. Мотивы поведения девушки. И если эти мотивы продиктованы потребностями, продиктованы нуждой, то вам при желании нужны девушки, нужно удовлетворить и посмотреть, а будет ли она тогда так же себя вести или нет. Если будет, значит, она такой человек, и вам она не подходит, и не нужно себя ради нее ломать. А если она получит все, что ей нужно, и перестанет вести себя так, как вам не нравится, например, то тогда получается, что она-то человек лучше, чем вам казалось. Просто обстоятельства и ситуации заставили ее поступать так. Но в душе она гораздо лучше. И это значит, что вам она подходит. Это значит, что если вы будете давать ей то, что нужно, она будет соответствовать вашим представлениям. И все это вместе сделает возможными ваши отношения. То есть, что нужно понять? Понять нужно то, что, говоря о морали, не нужно себя ломать, не нужно себя менять, не нужно как-то наступать на свои принципы ради того, чтобы быть человеком. Человек, если он поступает определенным образом по своей воле, он никогда не оценит того, что вы для него сделали. Никогда не оценит того, что вы ради него поступили своими идеалами. И чтобы не было у вас ощущения опустошенности, нужно понять, почему человек поступает именно так. И вот, поняв причины, мотивы, вы уже сможете для себя решить, принимаете вы эти мотивы или нет. Желаете ли вы что-то с ними делать или нет? Если желаете, то старайтесь делать, но только для девочки и только безусловно. Ничего не желая получить взамен. Ну а если не принимаете, значит вам этот человек не подходит. И с ним так или иначе вам будет некомфортно. Потому что скорее всего, по крайней мере, надеяться на то, что человек изменится ради вас, не стоит. Скорее всего, изменения будут поверхностными, временными, и спустя какое-то время человек вновь вернется к тому поведению, которое ему нравилось и которое его устраивало. И вот чтобы подобных разочарований не было, лучше сразу подумать и понять, что движет человеком. Чтобы это сделать, нужно поговорить с девочкой, наладить общение, просто общение дружеское,
и поговорить с ней по поводу этого момента, чтобы выяснить ее отношение к тому, что она делала. И если она скажет вам что-то вроде того, что да, я там выпила и вот потеряла голову, это означает, что девочке нельзя пить. Ну, а понятно, что вы не будете ее везде контролировать, понятно, что рано или поздно, например, она там может выпить где-нибудь. И вновь получится такая ситуация, о которой будет жалеть и она, и будете жалеть вы. Но если девочка для себя не скажет, что я больше, например, пить не буду, да, то это значит, что на нее полагаться, на ее поведение, достойное поведение с вашей стороны, нельзя. И вам потребуется сделать выбор, принимаете ли вы ее такой, какая она есть, или нет. А если принимаете, то насколько безболезненно для себя вы принимаете ее. Вот, пожалуй, и все, что можно вам сказать. Если болезненно, то не надо, потому что вы себя ломаете. И вы можете просто-напросто потерять свои ценности, которые двигали вас вперед. Это не принесет ничего хорошего вам и не принесет ничего хорошего отношениям. Ну, конечно, в долгосрочной перспективе. Так что, надеюсь, почву для размышления я вам дал. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.